О, привет! Заходи. Только сначала вытри ноги и подпишись на канал. Проходи. Дорогие друзья, самый частый вопрос, который вы мне задаете в ваших письмах и обращениях, это вопрос, как удержать вес. Я отвечаю сегодня очень коротко, прям буквально в двух словах о том, как удержать вес. Дорогие мои, вес можно удержать только одним способом. Это переход на естественное питание, который сопровождается контролем над частотой кишечника. Вот только таким способом можно не то чтобы удержать вес, а можно просто жить спокойной жизнью и не думать о весе. Это именно то, что происходит сегодня со мной. Я живу со своим ростом 170 и весом 55 килограмм уже 4 года. Я совершенно не парюсь о том, как мне удерживать вес. И это все только потому, что я практически перешла на естественное питание. И я слежу за частотой своего кишечника. О том, как это делать, как переходить, что это за естественное питание и как следить за частотой кишечника. Обо всем этом я рассказываю и на своем канале, и на моем сайте-блоге, и на моем обучающем курсе. И ссылочки на все это вы найдете внизу в описании к видео. Пока, до встречи! И посмотри еще вот это видео. Увидимся!